Каждый день смена радует мальчишек и девчонок интересными творческими мероприятиями. Для участников программы «Я гражданин России» прошла квест-игра «Мы команда». Квест включал в себя 12 станций. Детям необходимо было выполнить различные задания. Сменовцы придумывали сказку о своем отряде, рисовали оригинальные рисунки, а также прошли тропу доверия. После каждого выполненного задания организаторы ставили отрядам оценки, оценивали творческий подход и умение слаженно работать. Самое главное условие – участвуют абсолютно все ребята из отряда. Сменовцы считают, что этот квест сделал их отряд еще дружнее. Больше всего запомнилось там, где нужно переходить цифры на цифру ногами. Нужно установить рекорд там, где построиться по росту, еще как-нибудь, и вот здание с мячиком. Такие игры нужны для того, чтобы укрепить дружбу, сплотиться в одну большую группу и узнать друзей поближе. У нас были задания, где нужно было перелезть через веревки, под веревками, не задев их. У нас было задание, где нужно было нарисовать портрет отряда, и где мы танцевали все вместе. Больше всего мне понравилось, где мы вместе танцевали. У нас было недавно открытие смены вчера, хоть и из-за ситуации в стране мы сидели очень далеко друг от друга, но все равно было очень весело. Каждое задание было по-своему интересным и веселым. Больше всего сменовцам понравилась станция «Танцор диско». Организаторы отметили, что все отряды справились с этим заданием на отлично. Участники квеста считают, что они провели время весело и с пользой. На каждом этапе мальчишкам и девчонкам помогали их вожатые. Вожатые у нас очень классные, Юлия и Дарья. Спасибо им огромное за то, что они нас так в первый день прям очень сплотили. Мы даже имена друг друга запомнили, к удивлению. Так что все очень классно, все здорово. Спасибо им большое. Впереди у участников программы «Я гражданин России» еще много интересных игр, образовательных занятий и онлайн-конференций с экспертами.